Вот, мы сделали себе систему капельного полива. Идет большая труба. От нее маленькие трубочки. На конце каждой трубочки такой клапан. Клапан регулируется. Вот каждому растению, каждому корешку подводит воду. Вот там все есть. Все очень красиво работает. Вот. Вот, труба идет вон там за нашими грядками. Вот, идет. Делается все самостоятельно, без каких-то сложных инструментов. Вот это вот умный клапан, который управляется через интернет и учитывает погоду.